Расскажу. И, собственно говоря, первый вариант утки, он не успевал долететь до границы, он вечно обкакивал нашу территорию, а это ничего не давало. Вот у меня сейчас модифицированный вариант У-2, который мы сегодня будем использовать для атаки на врагов. В общем, в чем суть? На сопредельной территории, на территории государства-агрессора, вот уже много лет эпидемия так называемой ПУ-лихорадки. Собственно говоря, наша утка выделяет экскременты, которые разбрызгиваются в воздухе. И благодаря этим экскрементам, в общем, антиген ПУ-лихорадки нейтрализуется. ПУ-лихорадка сопровождается, ну, в общем, у нее есть очень конкретные симптомы. Люди, больные ПУ-лихорадкой, считают, что они самые умные и самые сильные, что они могут учить всех остальных, как им жить, на каком языке разговаривать. Короче говоря, они не способны к логике и здравого смысла. То есть использование боевых этнических уток позволяет нам нейтрализовать ген ПУ-лихорадки и таким образом... Успокойся, там, это наши, успокойся. Не надо, не гадь раньше времени, только я тебя прошу. Короче говоря, вы же видите, она уже готова ко всему, пора выпускать, потому что если я сейчас ее не отпущу, придется потом давать ей, ну, короче, специальные лекарства, чтобы она не гадила в дороге. Главное, запомните, наши утки, самые этнические утки в мире. Враг будет вылечен, победа будет за нами. Тримаймося, переможемо. Слава Україні!